Добрый вечер, уважаемые телезрители! Вы в Нескучном саду. Сегодня четвертая игра осенней серии. И сыграет команда господина Алексеева. Команда Алексеева, та самая, которая представляет, которую представляют наши дипломаты. Все игроки этой команды – сотрудники Министерства иностранных дел Российской Федерации. Вы помните, в 2015 году они выиграли конкурс трудовых коллективов и стали полноправной командой нашего элитарного клуба «Что, где, когда». Итак, сегодня в игре команда Игоря Алексеева. Видите, какой ветер у нас в Нескучном саду, Равшан? Это я нагнал, да. Сперва было солнечно, а потом я все тучами нагнал тучи и ветер, да. Да, вот этот ветер принес нам Равшан Аскеров. Вы, наверное, я его принес, да, я на нем приехал. Откуда приехал? На ветре. На ветре. Да. Мы в прошлый раз объявили конкурс. Так. Нужно было нарисовать нашим телезрителям образ Равшана Аскерова. Да. Я хочу сейчас все-таки показать. Есть эротические картинки? Что ты сказал? Картинки, говорю, хорошие? Хорошие картинки. Итак, вот давайте. Это первый образ, пожалуйста, Равшан. Ну, образ как образ. Я должен что-то сказать. Ты должен комментировать, конечно. Ну, если хочешь. Не хочешь, не комментируй. Из телевизора нарисовали, наверное. Могу подавать. Это реализм, я так понял. Это реализм. Да, здесь это, мне написано, Алла Моисеева. Алла Моисеева, самые... Можно я буду читать, Равшан? Ты будешь смотреть, да. Самые запоминающие аплодисменты Аскерову по мотивам игры 8 октября. Ну? Ну, я думаю, что Алла... Вот давайте в следующую картинку. Она просто ведь... Да, взяла и срисовала. Перерисовала. Да. Да. Тебе нравится, нет? Что? Ты выражай вот это... мнение. Ну, я себе всегда нравлюсь, ты знаешь. Я знаю, да. Так, следующий. Вот очень интересная картинка. Виктор, Виктор Маттисон, врач из Стокгольма, Швеция, он пишет: «Постоянные зрители игры «Что, где, когда». Команда Равшана для меня одна из самых любимых по причине стойкости». Равшан, тебе не интересно? Мне интересно, я слушаю. Стойкости. Ты даешь мне читать, я слушаю. Да, и несгибаемости капитана, а также неповторимого ума и красоты девушек-игроков. Кстати, где девушки? Девушки переодеваются, чтобы переодеваются. Быть еще более красивее и умнее. Более красивее – это не дружишь с русским языком. Итак, по причине стойкости и несгибаемости капитана, а также неповторимого ума, красоты девушка-игроков. В моем представлении, пишет Виктор, Равшан – прекрасный и светлый человек. Вот посмотри на картинку, да? Да. Ведь Равшан – это переводится как «светлый» с азербайджанского. Ну, с персидского, да. Да. Светлый человек, но никто эти качества не видит из-за его же дьявольского и несносного характера, который он показывает в ответ на негативные выпады магистров и прочей публики, судящей о Равшане поверхностно. Поэтому я его изобразил в виде святого, но с рогами и трезубцем. Чем больше общественного непонимания и неправильного подхода к этому гению, тем острее трезубец. Шлю оригинал и обработанную копию в свете солнечных лучей. Вот покажите, пожалуйста. А, вот. Вот это обработанная копия. Руки дрожат, Евгений. Да, у меня дрожат руки. Холодно. А. Следующая, пожалуйста, следующая картинка. Как человек тонко, изысканно назвал магистра поверхностным. Это не я, заметьте. Да. Как тебе этот этюд? Иван Ивошин его нарисовал. Ну так, забавно, в стиле таких картинок, рисованных книг 19 века. Ну, такие, а это вообще можно Пушкина, то, что-то на полях рисовал. Я думаю, слева и справа это, по-моему, девушки из твоей команды. Ну, вот здесь... справа госпожа Куликова, нет? Не знаю, я так не узнаю ее в гриме, в этом гриме. Заметьте, эта девушка думает обо мне, видимо. Если да, это... Все думают обо мне, а я думаю... Это просто абстрактная девушка, которая думает обо мне, а я думаю об игре. Да. Какие девушки ты сказал? Абстрактные. Абстрактные, ага.
У вас со слухом что-то, Евгений. Я другое слово услышал, да. Абстрактные девушки думают обо мне, а я, ну, так, и что там написано? Там ничего не написано. Равшан, я предупреждаю, что тебе нужно будет сейчас выбрать победителя, хорошо, кто получит твою книгу. Анна Соколова нарисовала вот это. Я вижу, мозг показывает красную карточку и спичка зажженная. Тебе нравится? Нет, ну так интересно. Нет, ну так. Слушайте, я не такой большой ценитель. Вот Чеширский, видимо. Наталья Симеонова, город Владимир. Я вижу Равшана Аскерова чеширским котом. То есть я буду исчезать частями. Ну нет, мы исчезли сразу на весь год целиком, всей командой. Это правильно. Так. Это неправильно, это мы как бы... Это факт. Это, к сожалению, для клуба это так, да. Наталья Филиппова не прокомментировала свой рисунок, свой коллаж. Петух и кукуруза. Ну, тут много толкований можно. Знаете, у Карлсона была картина «Очень одинокий петух». Вот. Так, мы уже баран к середине приближаемся. Баран с красной карточкой. Олег Сапожников, 16 лет, из Якутска. Угу, так. Не знаю, с Татьяной Тарасовой он дружит или я нет? Я не знаю. Твой капитан из Брейна, я, да? Тарасову я знаю, Олега не знаю. Он пишет, не думаю, что по стилистике качеству рисунка выбору цветов буду лучшим, не художник, но касательно раскрытия темы буду явно не худшим. Постарался изобразить позицию Аскерова в элитарном клубе и назвал ее «упертый, как Равшан». Ну, имеет право, да, такой вот образ. Я что я должен сказать, Жень? Ну, должен человек... выбрать победителя, но мы пока еще... Да, мы выбираем. Я же не могу выбрать победителя с баранами. А, я же не могу выбрать победителя на полпути. А вот этот торговая, рисунок. Самолет, кофе, видимо, или чай, вопрос. А там что у нас? 10 каких-то непонятных пельменей, лепешек. Ты не разгадал этот ребус? Тут торговая улица, самолет, чем кофе. Там разгадка есть? Да, пожалуйста. Автор Антон Петченко, он пишет. Первое. Равшан из Баку. Мне торговая улица, ну это да. Ага. И мне, пишет он, склонно его влечение к чаепитию. Понятно, да. Ну, пью чай, люблю. Он любит путешествовать, это вторая позиция. Третье. Вокруг него много людей. Это вот это, видимо, 10 людей. Да, 10. Ну, 10 это много. Да, 10 это много. В нем всегда есть загадка. Посмотрите на Аскерова. Есть в нем загадка? Да, как в каждой женщине. Так. Так, да, есть загадка, конечно. И как он писал в одной из своих книг, их было несколько, да, Равшан? Улица Торговая в Баку волшебная, и она может все это объединить. Ну да, видимо, у него есть эта книга, зачем тогда ему вторая? Правильно. Вот, я хотел сказать, что эта картинка мне нравится больше, но раз он цитирует, видимо, она у него есть. То есть ты выбираешь все-таки не по эстетическим каким-то критериям, а... Ну, по идее, я по идее. Да, да. Тогда вот, пожалуйста, абсолютно идейная. Маляки. Ну, это современное искусство, Равшан. Ну, да. Сергей Коковихин, он пишет, таким я вижу Равшана. Непредсказуемым, прямолинейным и острым на язык. Где тут язык, я не понял. Язык, он же красный, не видишь, все же просто острый. Треугольники острые, видишь, острые треугольники, непредсказуемые. Да, Сергей Равшан мне объяснил вашу задумку. Я вообще большой специалист по современному искусству. Я знаю. Пожалуйста, вот еще из современного. Равшан и вопросительный знак. Да, видимо, Виктор, тоже есть загадка. Виктор Моисейченков из Витебска. Равшан, человек-вопрос. Да, хотелось бы, чтобы был человек-ответ. Так, спасибо. Причем 6 раз. Мы уже подходим к концу. Вот, пожалуйста, Екатерина... Из табакерки такой черный ящик. Да, Екатерина Антонович из города Минска в соавторстве с Анжеликой Князевой из Нижнего Новгорода. Симпатично, мне нравится. Я бы даже взял. Кандидат на победу, я тебе хоть все отдам. А вот, кстати, та самая... Мог бы дома у себя галерею устроить. Ты же меня любишь. Очень, Равшан, тебя больше всех. Ночами переписываешься со мной. Да. А вот та самая соавтор предыдущего рисунка прислала собственную работу. Та же самая Анжелика Князева из Нижнего Новгорода. По-моему, симпатично. Тебе нравится, возьми. Я тебе дарю, могу с автографом. Автограф будет на книге, которую ты подаришь. Пожалуйста, это группа авторов прислала нам этот рисунок. Что типа, здесь? Пар из ушей. И шестеренки. Шестеренки работают, да, аж пар из ушей идет. Ну,
Симпатично, да. Жаль, они не очень работали неделю назад. Ты не знаешь, как они работали потом. Да. Признание в любви просто. Раз, два, три, четыре, пять стрел в сердце. Естественно, команда Аскерова, конечно. Конечно, да. Что здесь? Здесь имя автора — Евгений Платонов. Ну, это не я. Да, хорошо, ну да. Так, мило. Ты кандидат, да, на победу? Ну, тут все кандидаты на победу. Ты запоминаешь хотя бы, что мы показываем? Да, я запоминаю. Анна Исаенко. Какая-то мать Тереза. По-моему, это игровой стол своей игры. Да. И 834 подсказки. А, ну да. И 834 способа подсказать. Ты знаешь, на монашку, по-моему, похоже. Я говорю, мать Тереза какая-то. Да. Ну, что, нормально? Смешно. Нормально? Так, пожалуйста. Уважаемые телезрители, ну, вы много прислали, и все такие замечательные работы, поэтому показываем все. Айнара Куанова из Казахстана. А, вот это интересно. Хорошая такая. Моей жене бы понравилась. Дело в том, что когда мы с ней женились, ну, в день свадьбы, она сказала, что одна из ее подруг сказала: Юля, ты сегодня выходишь замуж, за тебя, у твоего мужа какое-то очень необычное имя, я не могла запомнить, на кувшин похоже. Вот. Второй раз я вижу, ты что... Ты видишь, по крайней мере, это образ. Да, да? Это образ, как да. мы и заказывали. Да. А не портрет. Ну да, ну, а все остальное мы уже видели. Это мы уже видели. Да, это мы уже видели. Равшан, пожалуйста, твой вердикт. Кто получит книгу Равшана Аскерова? Ну, это образ. А, не запоминал. Почему запоминал? Ты ищешь конкретную работу? Конечно. Ну, вот мне вот эти две нравятся. У нас одна книга. Не подготовились вы, Евгений, не подготовились. Я прекрасно готовлюсь, Равшан. Так. Да нет. Ну вот. По пол книги? Нет, зачем же по пол? Что, второй точно нет, да? Равшан, одна книга, пожалуйста, выбери. Одна книга. Можешь с закрытыми глазами. Где вы научились? Одна горизонтальная, другая вертикальная, как с закрытыми глазами выберешь. Ну, вот давай тогда выберем «Восточный кувшин» с загадочным содержанием. Он прикольный. «Восточный кувшин». Прикольный. Айнара Куанова из Казахстана. Айнара, кстати, чемпионат мира скоро будет в Казахстане. Приходите, я вам передам. Черт, я же не знал. Книгу. Не поэтому выбрал. Не поэтому. На самом деле мне очень приятно. Я, честно говоря, у меня просто нет такого количества книг. Я бы всем подарил бы. Ну, там сколько рисунков, Жень? 16. Ну, давайте я тогда каждому не книгу, а что-нибудь от себя подарю. Вот. Что у тебя есть? Начнем с этого. Все, что есть, Жень. Кстати, вот книга. Да, я могу подарить. А, кстати, ты сказал, что этот ужасный дизайн обложки делал ты? Не, чтобы признаться. Вот если кому-то знаешь, не нравится. Вот, если не нравится, это мне нравится дизайн... больше. Конечно. Так вот, если кому-то не нравится дизайн обложки, имейте в виду. Дизайн обложки делал Евгений. Это мой первый опыт. Да, вот. Да, да. Вообще у нас очень много отношений со мной. Евгений было первый раз. Вот. Не обязательно публиковать эту информацию. Зачем? Сейчас уважаемый... знаешь, сколько желающих. Так вот, спасибо вам большое, что вы потратили время на меня. Вот. Действительно, очень приятно, что игра, в которую я играю с девочками, что она вызывает такой резонанс, вам нравится, вам интересно. Извините те, кого я расстроил, но за год, наверное, наберусь ума, вот, подумаю, что-нибудь придумаю, если меня позовут еще раз, думаю, будет лучше. Все-таки 16 рисунков, не каждого человеку 16 рисунков присылают. Я обещаю, что каждый из вас получит от меня какой-нибудь подарок, какой-нибудь сувенир на память. Вот. Если найду книжку еще, у меня, по-моему, не осталось самого книжек, но чтобы... Из моих личных запасов. Да, чтобы Женя просто скупил весь тираж, он любуется на свой дизайн. Больше просто его после этого, больше вы вообще не приглашали работать дизайнером. Моя теща обещала мне руки оторвать. Да, теща моя, а у меня дома он появляется только когда теща спит или ее нет дома. Вот, поэтому спасибо вам всем большое, мне очень приятно, действительно, я тронут, мясо прокинуть. От рождения тронут, да. Вот, поэтому итак, спасибо. Айнаре, как с любовью, не знаю, как ты пишешь обычно автографы. Ты бы ручку вот дал нормально. Сейчас принесут фломастер, уважаемые телезрители, мы... А сейчас я прошу показать... Фломастер надо? Да. Давайте вспомним знатока. Представителя додрузевской эпохи игры «Что, где, когда». Внимание на экран. Конечный результат – это мы правильно ответили на вопрос или неправильно ответили на вопрос. Если мы будем отвечать на вопрос неправильно и с эмоциями, все равно проиграем. Лучше ответить спокойно, но правильно. Сергей Ершов. В клубе пятый год. Инженер-химик с
секретарь комсомольской организации. Очень много увлечений. Шахматы, например. Гитара. Пишет музыку и сочиняет стихи. Увлекается спортом, имеет спортивный разряд по многоборью. Вот сейчас перед вами человек, который, по-моему, несколько лет уже провел с нами вместе в клубе знатоков. Когда вы пришли в клуб? Пришел я в клуб в 77-м году. В 77-м году? Да. На каком стоял? Пришел, помню первую передачу, которая прозвучала под Новый год 77-го года, вышла в эфир. Трудно было становление передачи. Было много очень интересного. Потом я по личным обстоятельствам некоторое время не участвовал, длительное время не участвовал в работе клуба. И вот сейчас, уже в этом, в 82-м году, решил, что называется, тряхнуть молодостью. Простите, сколько же вам лет? Лет 25 лет. Вот. Но с учетом того, что в клубе уже пятый год, можно считать, что большая часть, большая часть сознательной жизни проведена в передаче «Что, где, когда». Итак, у нас сегодня в гостях Сергей Ершов. Здравствуйте, Сергей. Добрый день. Добрый вечер, точнее уже. Какими чувствами вы пришли сегодня в «Нескучный сад»? Ну, чувства, как всегда, радостные. В предвкушении хорошей и удачной игры, как для команды играющей, так и, конечно, для зрителей. Знаете, Сергей, вот я перебью, я скажу, что в нашей интернет-трансляции вы были ровно 6 лет назад, 15 октября 2011 года. Удивительно, как быстро летит время. Да, но за это время я, конечно, кудрявее не стал, но стал на 6 лет постарше. Как а за столом вы в прошлый раз сидели 16 октября 2010 года, то есть завтра будет 7 лет. Да, то есть... Что не день, то праздник. Да, но я знаю, что у вас вообще с октябрем многое связано. Что было 40 лет назад? Расскажите, пожалуйста. А 40 лет тому назад случилась невероятная вещь. Я впервые попал в передачу «Что, где, когда». Да, это было ровно 40 лет назад. 77-й год. В 77-м году. А как вас занесло туда? Ну, занесло-то достаточно просто. Наталья Ивановна пришла на кафедру, обнаружила меня в белом халате, задала несколько вопросов и пригласила на передачу. Вначале несколько тренировок было, ну, на сыгранность команды, но в дальнейшем записали передачу, которая и в конце года вот так вот и пошла в эфир. В октябре была запись. А 24 декабря? 24 декабря, да, пошла в эфир передача. Я телезрителям скажу, что это была всего лишь третья в истории игра. Да, первые две я, к моему большому сожалению, не застал. Первая семейная викторина. Да, да, да. Вот. А в нынешнем формате, да, с 77-го года пошла передача. И веселая карусель. И так далее. И достаточно веселые ответы. Сергей, а что вот было впервые в той передаче? Вот я знаю, минута обсуждения появилась впервые. Да, да, появилась именно минута обсуждения. И вот этот вот темп, который был задан, очень правильный. То есть действительно мозговой штурм, который происходил и происходит вот уже 40 лет, он себя оправдывает во многом. Ведь всем известно, что не все вопросы имеют, ну, какой-то очевидный ответ. Есть вопросы, которые заставляют и подумать, и самое главное, сыграть в команде. Вот это вот это самое важное. Чему сейчас, кстати, и пытаюсь учить молодое поколение. Вы даете? Да, да. У меня сейчас идут мои авторские курсы по развитию памяти и интеллекта, так их назвал. Вот. И с ребятишками сейчас участвуем в областном кубке «Что, где, когда». В какой области? В Калужской области. Я ведь сам в Обнинске живу. Вот. Очень хорошая школа. Обнинская гимназия, которая мне очень нравится, очень хорошие детишки.
Да и в целом, что и говорить. Мне и самому повезло, и со школьными учителями. Буквально недавно, на той неделе, отмечали юбилей школы нашей, физико-математической. Повезло очень с профессорами-преподавателями в институте. Ну и в первую очередь, конечно, благодаря родителям. Сергей, скажите, а с кем-то из той первой вашей команды вы общаетесь сейчас? Я знаю, что вы играли со знаменитым Вячеславом Никоновым. Да. Сейчас мы, к сожалению, с ним не общаемся. А с кем-то поддерживаете связь? Вообще-то, если честно сказать, пожалуй, что и нет. Или только крайне эпизодически. Знаете, я вот что хочу у вас узнать. Ведь вы присутствовали при зарождении клуба знатоков, как общность людей, да? Клуб один за всех и все за одного. А сейчас, в частности, в наших трансляциях часто вскрываются такие вещи, что не все даже болеют друг за друга. Как вы думаете... Нет, скажите мне вот что. В ваше время тоже были какие-то интриги закулисные? В самом деле, мне кажется, что... Ну, в моем понимании, интриг не было. Не было интриг. Естественно, ревность какая-то всегда присутствует. Всегда это есть, это было и будет. Ваш любимый знаток? Да, думаете. И подходите тогда, Виктор. Нет, вот когда я первый раз увидел «Что, где, когда», а это было еще в 70-е годы, в конце, это был мой любимый знаток. На всю жизнь запомнил. Вы помните юного Витю Сиднева? Виктор, подходите. Как же его не помнить? Он был тогда... Но он уже был ветеран в клубе, да, а я пришел... Я действительно тогда считался уже как-то ветераном, очень было смешно в 25 лет. Да, но мы-то пришли, нам было вообще там 21. А чем вам запомнился тогда Сергей? Не знаю, каким-то вот, я бы сказал, человечностью, да, то есть вот он мне был симпатичен. Без понтов, да, было видно, что человек умный, профессиональный, чего для нас тогда было очень важно. Вот этим и запомнился, и, то есть, в этом смысле, может быть, ну, он точно был одним из тех, вот из-за кого я пришел в передачу. Потому что когда нас Наталья Ивановна Стеценко позвала с физтеха команду, то первое, что мы сделали, мы пошли искать на телевизоре, тогда же никто не знал эту передачу. Она выходила днем же тогда, по средам, по-моему, да? И вот из тех, кого я увидел, как раз Сереж был самый любимый. Сергей, а как в ваше время относились к новичкам? Ревность была какая-то? Да в самом-то деле, конечно, ревности как таковой не было никогда. Все знают, что сколько веревочки не виться, все когда-то завершается. То есть, соответственно... Чем больше молодежи просто приходит на передачу, тем всегда лучше. Это, ну как называется, свежая кровь. Конечно, ну, мы-то свежие были мозги. Тогда. Да, это да. Он был ветеран, ему было 25, да. А мы-то были молодые, нам было по 20, по 21. Это ведь мы сейчас гораздо... Вот сейчас я уже гораздо старше, чем тогда был Ворошилов. У меня такое какое-то яркое воспоминание Ворошилова, это 50 лет ему, значит. Это какой, 2000-й? В смысле... 80-й год, то есть, когда мы не в рамках уже передачи общались, да, а был капустник в Эрмитаже, да, в саду Эрмитажа делали капустник, и вот тогда уже все Ворошилова звали дедом, а ему было 50, а мы сейчас гораздо старше, чем он тогда. Давайте вспомним вопрос из 77-го года, а? Так, а вот это уже засада. Вопросы ведь были совсем другие, не такие, как сейчас. Нет, совсем другие были вопросы. А ведь, честно... Но знатоки были не такие умные. Да и знатоки были не такие умные. Ну, например, были вопросы, в том числе, самые простые. Например, почему скорость эскалатора в метро 1 метр в секунду? Это хорошо. Белка мне на этот вопрос отвечал, но не в передаче, а на отборочном туре. А Ершов в передаче отвечал. На этот вопрос, да? Да. А мы, видимо, в передаче не слышали. Я помню, что
когда мы пришли, а мы пришли с Белкой одновременно на отборочный тур к Ворошилову, и он этот вопрос задавал. Давайте я прочитаю вопрос 77-го года. Вопрос от телезрителя Копылова. Посмотрите на свои часы и ответьте на вопрос, что нужно сделать, чтобы время остановилось. Итак. Ну, самый простой вариант – разбить их. Жалко будет, но тем не менее и так. Не знаю. Ну, а вообще-то в принципе… Что надо в 77-м году было сказать? А что? Я могу уже это сделать. Вот команда Ершова ответила на этот вопрос в 77-м году. Мы сделаем вот так. Остановили часы. Да. Внимание, правильный ответ. Отвечает Ярославский из вашей команды. Да. По теории Эйнштейна, двигаясь со скоростью света, можно время остановить. И далее, следуя этой теории, двигаясь со сверхсветовой скоростью, можно было бы даже возвратиться в прошлое. А что, и это было защищено как правильно? Да. Ну я же говорю, они были умные тогда. Мы как посмотрели передачу. Сразу сказали, что сейчас умнее знатоки, нет? Но сейчас они уже просто все ответы знают. Ведь тогда, чем замечательны были тогда ребята, да, которые приходили, они же не готовились специально к передаче. Они приходили с тем багажом, который у них был. И вот это меня поражало, да, потому что когда был вопрос про происхождение выражения «растекаться мыслью по древу», и там Солоухин провел исследование, Солоухин такой писатель и литературовед, провел целое исследование и выяснил, что на самом деле это выражение «растекаться мыслью по древу». И, собственно, в этом был вопрос, что означает «мыслью по древу». На что Долгов сказал, ну как это мыслью? Это мыслью по древу, а мысь – это белка на древнерусском. И Ворошилов говорит, слушайте, но тот Солоухин целое исследование провел, а вы откуда знаете? Я говорю, не знаю, откуда я знаю. Никогда не думал про мыслью по древу. Всегда считал, что мыслью. Сергей, а в самом-то деле я сейчас хочу дополнить Виктора. Реально, почему, я думаю, и передача поимела успех, потому что в нас, в игроках, видели просто ребят с нашей улицы, с нашего факультета, с нашего института, то есть обыкновенных ребят, без какой-то сверхподготовки, те, которые со своим багажом, ну, каких-то знаний, с багажом, может быть, оптимизма юношеского, безусловно. И дай бог памяти, за 10 рублей 60 копеек съемка двух передач могли это дело производить. Ну и в завершении нашего интервью, Сергей, скажите, а что вам дал клуб «Что, где, когда» в жизни? Ну, в первую очередь, я готов повторить, это возможность вырабатывать какое-то решение в команде, в командном обсуждении, в достаточно быстром и эффективном. Второе, ну это безусловно, это общение с многими очень и очень приятными мне людьми. Так что спасибо передаче. Я надеюсь, что после игры, Виктор, и вы, Сергей, и вы скажете нам свое мнение о сегодняшней игре. Хорошо? Ну, мы хорошо на них посмотрим, потом скажем. Да, да, да. Спасибо. Продолжаем спасибо трансляцию. Я за здоровье забыл чуть больше, чем о красоте. Здравствуйте, команда! Здравствуйте! Здравия желаю, товарищ! В технике. Евгений. Так, вот смотрите. Как вы себя чувствуете? Да? Так, напряглись. Боря болеет. Но если будем долго стараться. Да, я традиционно нездоров. Чем болеет Боря? Не знаю, я к этому не имею касательства. Вот так вот. Уважаемые знатоки. Вот, знаете, мне кажется, сегодня играют дипломаты, вы в курсе, да? Да. Нет, слыхали. Ну, во-первых, у вашей команды есть кое-что общее с командой Игоря Алексеева, да? Как и в команде Алексеева 4 выпускника МГИМО, так и в вашей команде 3 выпускника и 1 студент, да, Боря? Да, еще студент, все так. 4 на 4, в этом может, я вижу... Вчетвером. Хорошо, что я нет, конечно, но Игорь уже подрался. Твой настрой мне нравится. Ну,
уже в зимней серии, уже пока можно не драться. Кто в зимней серии? Пардон, пардон. Теперь все телезрители знают, что это все на самом деле спланировано. Ну, как мужчина, да? Галачан напомнил мне Сиднего, простите. Нет, вы пока не в зимней серии, у вас все впереди, как говорится. Дипломатия и клуб «Что, где, когда». Мне кажется, тут очень много точек соприкосновения. Вот, например, мне кажется, что дипломатам вообще естественно быть знатоками. Разве можно представить, что знатоки, ну, скажем, ругаются матом где-нибудь в социальных сетях? Оля, ты ведь не можешь такое представить даже. Это в жизни. Но я читал. Пусть рот мой. Я читал, как некоторые... Что ты читал? Как некоторые знатоки это делают. Нам этими губами еще вопросы отвечать. И как можно вообще? Показать крупные эти губы, знаешь. Неплохо. Давай. Я говорю, нам этими губами еще на вопросы отвечать. Тебя я слышал, я не слышал Женю. А почему меня переспрашивают? Женю переспроси. Да. Я все, что мог сказать, сказал. Да, все. То есть каждый знаток, он должен быть дипломатом. Вы согласны с этим? Да. Ким? Ну, выпускник МГИМО. Я могу сказать, что вообще каждому человеку неплохо иметь какие-то дипломатические качества и способности в себе пытаться развивать. А как там знатоком можешь ты не быть, да, но дипломатом быть неплохо. Вот. Я так скажу. Хорошо. То есть поэтому я не знаю за то, что там всем ли дипломатам важно быть знатоками, но обратное не. Было бы здорово, если бы все знатоки были дипломатами, как и все люди. Вы дружите, общаетесь с ребятами? Да. Общаемся. Да. Ну вот в баскетбол приглашали играть, не поиграл. Кто приглашал? На самом деле, Бакалов. Ну, там просто про команду МИДа. Да. Не, ну подожди, там же играли Игорь играл, да, вот. Вот. А вот наш баскетболист убежал. Баскетболер пошел. Пробежка реально, да. Тренируется. Это пробежка. Еще пока не играли вместе. А еще не играли вместе, но вот рассчитываем. Но меня баскетбол не звали, если что. Боря, мне сказали, что в Волгограде ты настоящая звезда, это правда? Я всегда на такие вопросы отвечаю, что не мне об этом судить, но я всегда рад приезжать в Волгоград и что-то там делать. Вот там очень хорошие люди, которые хорошо ко мне относятся, вот действительно узнают, желают чего-то приятного. Это очень круто. Хорошо, спасибо. Ты не отвечай, Никит. Мне сказали, что Боря Белозеров в Волгограде настоящая звезда. Это правда? Да, конечно. Так как из Волгограда могу сказать, не понаслышке ходят слухи, что даже памятник Ленина хотят заменить на памятник Бориса Белозерова. И табличку на доме Бориса повесить. Сэкономить на материале просто. Готовы уже к игре. Через две недели у вас... Я не уверен, что мы к этому готовимся. К той или иной игре, да? Мы все правильно делаем, правильно делаем. Может быть, к полуфиналу КВН? Прекрасно. Через неделю. Через неделю, да. А, ну вот, сыграем на неделю раньше. Вы, кстати, участвуете как-то в фестивале, в Всемирном фестивале молодежи и студентов, который открылся сегодня в Сочи, нет? Я уже не молода, поэтому... Да, и не в Сочи. Но ребята, может быть, готовятся. Я не молод, но студент, но у меня есть много других дел. Вот они говорят, что они не молоды. Что мне после этого? А ты вечно молод. А ты совсем старик. Учитывая, что мы с Галачаном одного года рождения, это просто некорректно. А почему ты обращаешься, говоришь обо мне, называй меня по фамилии? Галкин. Нужно по имени отчеству. Прости, Ким. Ким Гагевич, как ваши дела? А еще МГИМО закончил, да? Я-то да. Мне дипломатично было. Финиш, по-моему, отлично было. Полный финиш. На фестиваль вы не едете, я все понял. Ну, если бы нас звали на фестиваль, возможно, мы бы поехали на фестиваль. У нас никто не звал. Да. А вот Касумов с Мухиным поедут и проведут вдвоем. Я полагаю, что когда после 10 лет успешной игры в клубе, возможно, и нас станут звать. Но пока рано. Тебе будет 40 лет уже. Нет, на самом деле еще нет. Еще не будет, действительно. Еще нет. Спасибо. Спасибо. Господин Касумов, здравствуйте. Здравствуйте.
Как тебе прошлая игра любимого Равшана? Ну, расстроился. Команда проиграла. Очень жаль. Очень жаль. Надеюсь, что они еще сыграют. Там через полтора года, да, получается? Ну, где-то ну, так, да. 2019. Очень буду ждать этой игры. И надеюсь, у них через полтора года получится. Аскеров начнет наконец тренироваться. И все будет хорошо. А в бакинском клубе он тоже не тренируется? Ну, он, по крайней мере, он говорит, что он не тренируется. А тренируется ли он на самом деле? Я не знаю, наверное, девочек надо будет спросить. Сегодня в Сочи открылся фестиваль молодежи и студентов, всемирный. Да, 19-й, если не ошибаюсь. 19-й, да. Предыдущий ты не помнишь? Ну, нет. 85-го года ты еще мог застать. А, мог, конечно, я 78-го года рождения, но вот не помню, честно говоря. Но я знаю, что 19-й, потому что я об этом прочитал недавно. 19-й ты застанешь точно, потому что, да, начиная с завтрашнего дня, каждый вечер в Сочи будет проходить игра «Что, где, когда», которую по очереди будут вести господин Касумов и господин Мухин. Да. Мухин здесь, кстати, или... Нет, он летит отдельно, да, из Минска. Но завтра он будет. Завтра он будет. Мы с тобой летим одним самолетом, так что всех жителей Сочи, аккредитованных на этом фестивале, я приглашаю, да, поиграть с нами. Будет интересно, обещаю. Обещаешь, что будет интересно? Ну, надеюсь, по крайней мере, на это. Мы же все сделаем все, что от нас зависит, чтобы было хорошо. Ну что ж, ловлю тебя на слове. Должно быть интересно. Ну да, мы все должны постараться. В том числе и те, кто будет играть завтра. И не только завтра. Сегодня играет команда, которая тебе нравится? Мне все команды нашего клуба нравятся. Это правда. Я, вот я только что рассказал, у меня прогноз, что они проиграют. Ну, я спрогнозировал счет 6-3 в пользу телезрителей, но очень хочется, чтобы они победили. Ну, в общем, я очень обрадуюсь, если мы 7 победят. То есть ты от противного прогноз такой? Потому что когда я даю прогноз, что команда победит знатоков, она проигрывает обычно. А вот сегодня, надеюсь, будет наоборот. Спасибо, Балаш. Спасибо вам. Алена Повышева. Здравствуй, Алена. Евгений Галкин. Да, это я. Здрасте. Как настроение? Отлично. Холодно? Нет, нормально, приятно. Алена, вот про тебя пишут песни, ты знаешь об этом? Да, конечно, это вообще это потрясающий человек. Я... В Ульяновске такой товарищ, да. Кирилл Козловский. Я знаю, у нас хэштег АПЛК, да, уже в ходу, прям низкий поклон. Мне понравился. Конечно. Скажи, пожалуйста, а твоя команда поет эту песню? Поет, теперь поет. Они меня теперь по-другому не называют, более того. Кроме как лучший капитан? Кроме как АПЛК. Интересная у тебя команда. Мы показали в прошлой трансляции фрагмент. Я не приехала на игру, поэтому я смотрела сначала и трансляцию, и игру, и трансляцию после. Аж мой. Женя, ну прям молодец. Достойно. Это, конечно, достойный клип. Нарвался на комплимент, спасибо. А скажи, это первый случай, когда тебе пишут песни, вдохновляешь ты когда? Да. Мне писали когда-то стихи в школе, но они были не очень, если честно. Вот, а так что прям песню, и прям чтобы она там не рифмовалась, кровь с морковью, это вот прям реально первый раз. И я действительно прям до глубины души тронута. Это действительно очень классно. Связывалась как-то с автором? Нет. Я не знаю, что ему написать. Ну, типа, спасибо, классная песня. Но я думаю, так понимаешь, что классная. Денис ему писал, по-моему. Акутин. По-моему, Денис хочет его позвать гостем, да, на нашу игру. Но я не уверена. Если что, я ничего не обещала. Скажи, пожалуйста, вот в прошлый раз ты сказала, что команда Алексеева не смогла полностью реализоваться на простых вопросах. Да, я до сих пор так считаю. Как ты надеешься, сегодня вопросы будут другого уровня? Ну, я надеюсь, что сегодня будут вопросы уровня, да, команды, которая уже 2 года в клубе. Они же 2 года в клубе, да? Третий год. Ну вот, третий год в клубе уже, да, можно, ну, понятно, уже не начинающая команда, это полноценная команда. Мне кажется, у них действительно очень хороший потенциал. И, ну, я надеюсь, что, да, сегодня прям будет возможность показать, что они действительно не просто могут там взять все простые вопросы, что, в общем, нормально вообще-то для команды, а и, ну, что-то более сложное. Мне кажется, что да, почему нет? Ну, мы все на это надеемся. Но
Ведь если они выигрывают, ты вылетаешь из сезона. Ну, потом, если Белозеров выигрывает, я вылетаю из сезона. Я же не могу против всех болеть, я же не аскеров. Конечно, не можешь. Ну, вот. Поэтому как я как команда бы, котиков, я да? надеюсь, я надеюсь, что как-нибудь, может быть, все проиграют, но я не могу этого хотеть, ну, это ненормально. Против твоих. Да, ну, тем более, да, если там с командой МИДа у нас, ну, просто приятельские отношения, мы, как бы, ну, так, не то, что прям друзья-друзья, вот, ну, они мне все равно приятны, то, ну, против боли болеть у меня вообще ничего не повернется, и против его команды. Мы за это лето были на двух свадьбах двух девочек с Юрой, ну и что, и потом я буду стоять такое, так и проиграйте, проиграйте, ну это же глупо. Скажи, а ты приедешь через две недели? Конечно. Я прилечу даже, скорее всего, мне до утра в Питере быть. Тогда ждем, а сегодня пожелаем что команде? Удачи, конечно, пожелаем. Не, пожелаем раскрыть свой потенциал. Спасибо, Аля. Спасибо. Господин Друзь к нам подошел. Здравствуйте. Это вы ко мне подошли, Евгений? Мы просто... К нам на съемочную площадку? Да, что, безусловно. Где, это я к вам точно подошел. Вот, а вы же говорили, что команда Игоря Алексеева вам очень симпатична. Да, да? Именно так. А чем она, напомните, чем она вам так симпатична? Слушайте, ну, очень трудно говорить, чем симпатично. Чем мне симпатично, я могу сказать. Скажите, пожалуйста, мы всегда любим такие вещи, особенно нет, от вас. Но к этой, про эту команду еще раз говорить. В каком смысле? Нет, еще раз. Давайте успокоимся, отдышимся и начнем сначала. Значит, когда команда нравится, ну, или человек нравится, очень трудно сказать, почему нравится. А вот когда не нравится, всегда знаешь, почему. Но про эту команду говорить, что она не нравится, в общем, не о чем, потому что она мне нравится. Так теперь стало понятно? Да, ну давайте начнем, так сказать, по пунктам. Да. Ребята хорошие. Ребята хорошие. Ребята очень неплохие. Ребята еще не вкусили бешеной популярности, еще не зазнались. Так а как у них? У них, в общем, еще бы у них быть в бешеной популярности. Я говорю, они, там, они там сыграли три игры, по-моему, да? Три игры сыграли, сейчас четвертая. По-моему, четыре. А, нет, три. Да. Сейчас четвертая. Да, четвертая. Ну, там две выиграли, одну проиграли. Там одну выиграли, одну проиграли, одну выиграли. Но я не хочу никаких статистик, как вы любите там, что вот если шахматная доска, то хочется, чтобы они сегодня победили. Ну, посмотрим. Вот. А так ребята очень симпатичны, если они... Им самое главное, им найти свою игру в самом начале. Ну, вот... В начале вечера, если они найдут свою игру, то дальше у них все пойдет. А вот если нет, то тогда могут быть самые разные неприятности, о которых говорить не хочется, потому что ребята симпатичные. Ну, вы, по сути, ничего не сказали. Неприятности могут быть самые разные в любой момент. Это правда. Посмотрим, что будет на столе. Тут от этого тоже, в общем, как вы знаете, много зависит. Вот, ну... Знаете, Александр, вот телезритель прислал интересный вопрос. Сколько стоит бренд Александр Друзь? Жень, у него есть какие-то координаты? А? Ну, я пока не могу сказать. Не можете сказать. Ну, в общем, вы это самое, вы там ему дайте мой телефон. Если у него будут какие-то предложения стоящие, то мы обсудим и договоримся. А так по-разному. Кому-то бесплатно, кому-то за деньги. Кому-то не за какие деньги. Ну, в общем, примерно так. А вообще бренд стоит 36 лет игры «Все никогда». Вот через 36 лет бренд начинает стоить. Ну, там чуть раньше. По-моему, пора выставлять на биржу, нет? Слушайте, как? Не продается вдохновение. Рукопись продать можно. Вы биткоины не майнерите? Нет, пока нет. Спасибо, Александр. Ну, вот сейчас у нас тут с ними какая-то заварушка пошла в стране, там, на высшем уровне, там, стали разбираться, нужны они нам или не нужны. Пока не сказали... Вы запаслись на всякий случай, нет, да? Нет, конечно нет. Пока не сказали, что нужны, что запасаться. А то так запасешься, а потом в стране выясняется, они не нужны, куда их девать. Спасибо, господин Друзь. Вам спасибо. В 22:32 прямой эфир на Первом канале. Я в курсе.
Чур, опять я забил очередь после игры первой, потому что у меня опять самолет в 1:20. Говорились, и Сиднева берите с собой. Обязательно. И Ершова. Спасибо. А Ершов еще здесь? Да. Прекрасно. Здравствуйте. Здравствуйте. Вот Лейлу я сразу узнал. Вы у нас были второй раз, да. Василий, очень приятно. Кирилл. Максим. У нас прямая трансляция на YouTube-канале «Что, где, когда». Лейла, вы помните, вы тоже давали интервью. По-моему, состав был другой в прошлый раз. Ну, этот состав уже 3 года. И мы уже достаточно стабильно трудимся. Так что постепенно он у нас поменялся. Скажите, пожалуйста, ребята, вот расскажите каждый про себя. Вы пианисты все, да? Да, мы все выпускники Московской консерватории. Все начинали и учились как классические пианисты, но потом решили совместить современную музыку с классикой, сделать что-то более доступное для людей. И, собственно, пришли в этот коллектив благодаря Лейле и стали выступать в этом жанре. Нравится? Конечно, безусловно. Как это может не нравиться? Листики у нас. Мне кажется, что это дело их жизни и моей, потому что если это не нравится, этим заниматься невозможно. А без классической школы в нашем коллективе невозможно существовать по одной простой причине, что все композиции, которые мы играем, и ребята вот сочиняют, в частности, без вот такого высокого образования, как Московская консерватория, невозможно. Поэтому по-другому не может быть. Ребят, сегодня что-то авторское или авторская? Классика? Автор Антонио Вивальди. Знаем такого. А что именно? А у нас все авторское, потому что мы берем произведение, даже если классическое, оно все равно в нашей обработке. То есть любое произведение, оно идет... Ну, расскажите, ребята. Но Вивальди один из наших любимых авторов. Вивальди называется как? Времена года – лето. Лето. Да. Ну, как раз осень. Лето-то особо и не было в этом. Это единственное, что мы еще не освоили. Но у нас в репертуаре есть и лето, и зима, и вот недавно появилась весна. Все это... Максим, а кто аранжировал эту композицию? Аранжировка – очень многогранное понятие. Вы имеете в виду транскрипции фортепианные или... Я не могу на таком уровне. Часть. Ну, вот что-то делаем мы сами, да, что-то делают другие люди. У нас очень... нескольких этапов состоит эта работа. Ребята делают приложения, например, рояльные. Вот. И есть у нас в команде несколько аранжировщиков, которые делают аранжировки. Завод по изготовлению новых произведений. Да, да. Ребят, вот за вашими спинами 3 рояля. Я просто хочу, чтобы наш оператор показал. Объясните, пожалуйста, распределение ролей во время выступления. Как вот вы... У нас все равны, мы все играем, да. У нас, как правило, да, у нас 3 солиста, у нас нет никого аккомпанирующего. Как вы разделяете партитуру на 3 составляющих? Ну, в момент написания пишем 3 партии, чтобы они были все равные, и каждому достается солирующая часть, кому-то аккомпанирующая, и никто не остается без доли. Василий, скажи, пожалуйста, а «Что, где, когда» вот лично ты смотришь? Давно-давно смотрел. Сейчас нет. К сожалению, нет времени. Нет времени. Гастроли нет. Постоянно, да, Лейла? И гастроли. Ну, я думаю, что, может быть, все-таки... Я, например, эту программу смотрю, вот сколько она существует, и я ее очень люблю. Ребята помоложе. Они, вероятно, смотрят только, когда они дома, потому что они же молодые, у них столько интересов еще в этой жизни, что... Ну, хотя я не могу отвечать за всех, может быть, Максим с Кириллом смотрят. Я смотрел раньше с родителями очень часто, а сейчас просто у меня даже, честно говоря, нет телевизора. Такой вот нюанс. Хотя я до сих пор помню многие фамилии, старые составы, и Друзь Поташов, и Козлов, и еще когда был ведущий, Ворошилов. Это... Да, в дополнение, в дополнение к словам Кирилла, я думаю, это одна из немногих передач, которая у меня осталась в памяти. Именно в тот период жизни, когда я, в принципе, смотрел телевизор. И это, я считаю, большое достоинство этой передачи. И она не потеряла своей актуальности и интереса. И класса, высокого класса. Ребят, ну для тех, кто все еще смотрит телевизор, скажите, ради чего они должны включить сегодня телевизор и посмотреть музыкальную паузу? Что они увидят? Ради нас, ради того, чтобы увидеть 3 рояля. Потому что 3 рояля больше нигде невозможно увидеть. В одном пространстве, да. Понять, зачем это нужно, потому что многие не знают, зачем нужны 3 рояля в раз. Услышать, что это реально, что это по-настоящему круто, ярко, и что мы, то, что мы делаем, это
мне кажется, не последнее дело вообще. Да. В прямом эфире не страшно работать, Василий? Нет, мы часто работаем, нас когда зовут, и уже привыкли. Это то же самое общение с публикой, как в зрительном зале, и ничем, в принципе, не отличается. Любой концерт. Это и есть прямой эфир. Я считаю, никакой разницы практически нет. У нас же скоро 27 октября сольный концерт в Крокус-Сити-Холле. Вот это будет такой прямой эфир для нас. Это прям боевое крещение. Мы в таком зале первый раз работаем, и почти уже все билеты проданы. Но мы все равно приглашаем всех. Я постараюсь зайти. Хотите. Ждем. Спасибо, и до встречи в музыкальной паузе. До встречи. Спасибо. Спасибо. Валентина. Здравствуйте. Добрый вечер. Это Валентина Голубева. Да, очень приятно, да. Ах, благодарю вас. Очень мало времени. Видите, уже 22.11, а в 22.32 прямой эфир. Да. Скажите, пожалуйста, вот вы смотрите последние игры? Да, конечно. Вам, наверное, жалко, что Равшан, который начинал, между прочим, вместе с вами. Да. В 98-м году он начинал. Жалко, что он вылетел на год. Я не воспринимаю это так, как вылет на год. Я получила огромное наслаждение от последней передачи. Она для меня была не уровня шоу, это была просто древнегреческая трагедия. То есть Шекспир отдыхает. Это не какой-нибудь там Отелло и пять Дездемон. Нет, это была древнегреческая трагедия по всем законам жанра. Там в этой передаче было столько разных уровней и аспектов, даже все не передать. Вот мне, например, как бизнес-тренеру, было очень интересно, что маленький промах в дисциплине, маленький промах в командной дисциплине повлек такие трагические последствия. Вот они раскручивались, как в древнегреческой трагедии. Мне было очень интересно наблюдать, как девушки росли и мужали вместе с командой, и вот они, как вот они... просто как древнегреческие героини стали на защиту капитана. Ну, трагедия это была у них летом 6-0, помните? Нет, я думаю, что 6-0 они думали, что это случайность. Вот именно в этот раз они начали понимать, что это поступь судьбы, следствие трагического дисциплинарного промаха. Вот. А сейчас мне особенно интересно, то есть как-то так повернулись события, что поставили вроде как противостояние Равшана клубу. А в каждом споре виноват тот, кто умнее, я считаю. И вот мне теперь интересно, кто окажется умнее, Равшан или коллективный разум клуба? Даже не сомневаюсь. Кто окажется умнее, да. Кто окажется долговечнее, это я тебе точно могу сказать. Потому что клуб не такой переживал, и Равшан переживет 100%. Ну, я думаю, я уверена, что Равшан вернется. Я верю. Причем на новом витке. Вон он стоит. Да, он, ну вот и все. Нет, я сочувствую Равшану, я сопереживаю Равшану, я болею за Равшана, я жду, когда он вернется за игровой стол. Сразу говорю. То есть ты сразу говоришь, что ты будешь нездорово полтора, ну там год с небольшим? Нет, я буду посылать ему флюида. Но мне кажется, чего что посылать? Все-таки решение должен найти коллективный разум клуба. Да? То есть как бы противопостояние всегда не умно. Виноваты оба спорящих, я считаю. И в данной ситуации, мне кажется, что коллективный разум клуба должен... Вопрос не в том, кто кого прогнет, а вот должно быть какое-то новое нет, решение. Да нет никакого противостояния. Это, знаешь, не для трансляции, но вот просто это самое, просто есть это, знаешь... Цитата из любимого фильма «Место встречи изменить нельзя», «Собака лаяла на дядю Фраер». Вот это все противостояние. Господа, прямой эфир в 32 минуты. Мы встретимся после игры. Валентина, вас тоже ждем. Спасибо большое. Бегите в домик. Да. Уважаемые телезрители, в 22.32 на Первом канале смотрите игру команды Игоря Алексеева, который час сейчас уже 15 минут, значит, осталось 17 минут. Господин Козлов сейчас, вот я вижу, идет в домик, чтобы прочитать речь о правилах поведения в нашем памятнике архитектуры 18 века. Единственное, что сохранилось от усадьбы князей Трубецких. Я предлагаю конкурс. Конкурс веселых четверостишей. Приз, какой будет приз, я объявлю после игры. Присылайте интеллигентные, красивые, остроумные четверостишия о команде Игоря Алексеева. А
кто в этой команде, я сейчас вам напомню. Внимание на экран. Так, online@tvigra.ru – это адрес для ваших ответов. Присылайте короткие, веселые, остроумные четверостишия о команде Игоря Алексеева. И смотрите в 22:32 на Первом канале игру этой замечательной, я надеюсь, команды. А мы встретимся сразу после игры.